На что он надеялся? С его телосложением? Фу, ему его можно, жалко. За ним можно было не гоняться, можно было там на обочине подождать. Он бы вернулся. Кули-кули-кули-кули, да, за едой может быть и вернулся. Мне кажется, драматизм этого ролика заключается в том, что если поставить другую музыку, вообще будет смешно. Совсем другую. Да, да, вот давайте представим веселую версию этого ролика. А давайте. Или вот такой вот грустный вариант. Давайте не будем забывать то, что мы живем в Кыргызстане. Обязательно нужно добавить нашу национальную музыку.